какие-то разногласия. Мы выясняли с тобой. Не как-то за спиной, где-то там, не знаю, по-тихому. Если у тебя есть какие-то претензии, мы можем поговорить об этом. Если у меня есть претензии, мы тоже можем поговорить. И вчера... с тобой общаться. Так хорошо, тогда не делай таких действий, чтобы у меня возникали тебе вопросы. Ты меня спровоцировала с Артемом, получили оба по заслугам, и все. Кристина, ты знаешь, что сегодня Женя открывает свою студию? Да. Ты хотела бы записать какую-то свою песню? Безусловно, конечно, хочу. Вот как ты думаешь, поможет тебе записать песню то, что ты называешь его женщину-шлюхой? Ну, это же творческий тандем. Мне кажется, все ребята будут здесь записывать песню. Не только я пришла и вот записываюсь уже. По-твоему,